просыпать. Не вижу осенние лапками. Мы тут несколько лет назад все выпиливали, клен весь, и остались пеньки вот эти вот. Вот он сейчас трактором проходит. Вот, вот он их выдрал. Мы с Никиной тут палки еще откинули. Вон он стоит. За деревом спрятался. Машина грозная. Яхотанк. Вот Игнатий, значит, тоже стоит там. О, как вросли в землю, что даже бульдозер вросло как в землю-то. Вот так человек берет. Сколько лет я бился с этим? Игоря просил барабаша, он говорит, не могу. Там большой пенек. А? Большой пенек, видимо. Не. Не взять. Не взять. Вот это вот тогда взять лучше. Он тоже большой. Объехать его тогда, объехать надо. Она этот крупный стоит, попал там. Поверху, Леш, проехай его и все. Краешком. Вот здесь вот пускай проедет. Thank you.
Не, не дается. Он говорил, говорит, земля мягкая здесь, говорит, здесь хорошо выделывается. Вот тоже большой. Ну большой, это под корень нужно. Сюда корень, я могу утащил его. Что надо делать? А? Что надо делать? Сюда их, и тогда он сможет, а так он упирается в них. Да.
Зарезает. Не поддается. Жить хочет. Может ему скоро вверх подрывать, а потом за низ. А сейчас он с краю снизу. Ну, с краю не знаю. Что, Степа, интересно? Степа, учись, будешь ездить на таком же тракторе. Да.
Сергей Александрович, что я ему дарю? Он говорит, мне пищу. Скажет, я работал, а другому дарю. И у меня, как увидели, милицию подхватили меня под руки на трибуну. Вопреки всем графикам, я первый выступил с Евангелием, и страсти все утихли, там Русаков тогда был, Володь. И был такой Константин Русаков. Еще, он у меня был представителем на суде. Я его очень хорошо знаю, о нем вы прочитаете здесь. Это сборник материалов. Как бы обо мне, на самом деле, что печатали здесь, за границей, с самого начала моя биография, вот это вы все абсолютно найдете здесь. Видите, какие фотографии, цветные, намелованные бумаги, сейчас я покажу еще. Вот это я иду арестовывать, сохранились. Это цветы летят, краевой суд, это цветы летят. На Льва Толстого еще краевой суд. Да, там теперь музей истории. Ну, там много было. Я на днях, когда там было, не знаю, мне подарил там музей. Это идем с ягодами. Представьте, 44 года. Наркоманы, дети приезжают. Через месяц не холодно от меня. Директор Кэстовского института Лондона прилетела сюда. Тут кого только не было со всего мира. Я Бразилия, Израиль приезжали, услышав, а где вы эти методы знали воспитания? Я говорю, у меня образования никакого нет, я строитель. Я у Бога прошу. Ну это моя хозяйка подходила. Пока он делает, эти площадки уже готовы. Сразу светло так как стало. Но. Все, что здесь есть, это все, абсолютно все взято из реальной жизни. Я провел за компьютером больше 5600 за 9 лет. Набор делал сам. В фотошопе работал. Этот, который. Тут, конечно, помощников сколько было. Это Волобуев. Володя, это Саша. Даша, дайте мне Сашу, ты объясни. Вот мои книги изданные мной, я все объясню. Вот они лежат здесь. Они в краевой библиотеке тоже сняли. Книги вообще не имеют аналогов, они совершенно никогда не знают. Вот, допустим, Рамбо, бывший клуб, который сейчас храм. Вот все, что оставалось в культуре. Вот люди, которые для Даши Суля, и так Бог все делает. Откуда это взято? Вот он, Бог творит мир. Первое даже, начинаем с этого. Вот, согрешение. Первый раз Адам увидел Еву, пришла она. Дальше, изгнание из рая. Понимаете как? Это мы, Густаво Доре, сами раскрасили.
несколько человек работал, тут все написано. Вот эти книги, когда показывают библиотеку Путина, увидели у него стоит. Ну и что? Закладки на российского флага. Красный, как бы синий, вот. Белый, синий. Я легко доказываю. Российский флаг не синий, не синий. Это ваши праздники будут повторить. Напишите. Так, машина автомобиля. Ну, вы ему скажите, что. Ничего я скажу. Да вы ему скажите, как бы ни ты не работал, мы-то понимаем. Мы-то стоим, разговариваем, он работает. Да, он работает. Так, что еще сделать? Ничего не нужно сделать. Так, я сейчас попрошу, пожалуйста. Не надо. Ничего не надо. Смотрите, что. Не надо, ничего. Все, спасибо огромное. Полный, который я дарю, все книги дарю, это 750 евро. Вы можете на 500. И куда вылезете? Ну понятно, что это не на дороге. С удовольствием почитаю. Наверное, ну, наверное, вот вы не оторветесь. Че? Я спрашиваю. Друзьям постараюсь дать почитать. Который, кто-то забыл? Тоже у меня был. Из законодательного собрания. Зарчук, наверное. Зарчук. Вот, Александр Григорьевич. Я говорю, верите в это? Говорит, не то слово, я участник этих событий. А, Никулин. Никулин в КГБ был. Потом я пошел. Знаю. Юрий Михайлович. Давно уже. Так. Но... Все, Леш. Понимаешь, я ему говорю. Вот так, все, купили у вас, пожалуйста. Не будет обижаться, это Алексей Александрович. Почему? Потому что мы сидим, работаем мозгами чуть-чуть, а он руками и мозгами. Как бы не он, и этого бы у вас не было. Я ему тоже дарю, как вам. Ничего? А я что? Ну как все? Как бы не вы, и у него бы еще не было. Я скажу, что аналоги не найдет. И когда будете читать, вы будете. Спасибо понимать. Вам огромное. Чуть-чего я вам визитку оставил, Лешкин телефон да. оставил. Если когда-то что-то где-то будет. Что-то. Я вдруг... хотел сейчас с вами рассчитаться, он не взял. За сегодня. Может рассчитаться? Не надо, не надо, не надо, Леша, все. Не надо ничего. Видите что? Не надо ничего, все. Убегаем. Спаси Христос. Видите, что мы сделали? Вы лучше за нас помолитесь, и чтобы Лешке хорошо было, а чтобы, сейчас у него, чтобы давай, у него дети. Сразу, сразу помолиться. Чтобы, у него дети. Курашку снимите. Курашку так, снимите, сейчас помолимся. Знаете, Господи, слава тебе, что познакомилась с этими людьми, Валерием, Алексеем. И они позволили нам, ожидая тебя помощи, совершить это дело. Хвала тебе. Благослови их и семейство, чтобы все нашли тебя, Господа Бога. И послал тобой Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы никто не остался за пределами рая. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Всего хорошего. Так, вы знаете где? Только на дамы не заезжайте из страны. А, как бы я уездил вокруг этой... А, куда это? Мы поехали в Корчино. Ну, а, в Корчино, да, так, так. Лёш. Три кучки дерни вон это, а ну, далеко обещать. Раскидаем в огороде, это не его работа, не его. Ладно, Валер, я запрещаю. Он сделал великое большое дело. Буду читать, и никто еще не знает. Посадить можно, здесь красота-то какая. Тут... Солнце теперь вообще не, никакой тени. Только он верхний слой-то вот... снял у вас. Бесподобно. С плодородным. Здесь тоже можно. Ну это детская площадка, конечно, для детей.
Сверху не надо, все равно лезет. Сколько работает? Я вроде ничего не получил, но все равно еще каждый раз просить. Это не его работа. И ты видишь по лицу, ты не видишь, что его ждут. А. Он сам по себе, не подходи никогда. Вот у них нету толку. Вот он, я вечером хотел ему там что-то сказать, а вижу, что у него что-то на лице мелькнуло недовольство. Я сразу сказал, нет, не надо, это сделаем завтра. Они этого не чувствуют. Не понимаю. Не надо ничего оправдываться. Игнатий, вот это... смотри. Благословит вас Господь, а слава Богу. Видите как? Я говорю, не полные две недели, как мы познакомились. И какая была встреча? Первое, подозрение какое было. Подозрение, потому что мы не знали, по всем расчетам, что-то такое не сходится никак. Но когда позвонили, что у него свояк Корчиной, директор-то, и тот позвонил, тут я уже более спокойно. А потом поехал в Шарщину сам. Они просили сделать предоплату. В первый раз заплатить вот столько-то, а потом я говорю, нет. А вот мы перегоняем платить, я говорю, в конце всей работы. Если не доработаете, ничего не получите. И они все сразу согласились. Расчет как? Каждый день. Кому? Он начальник. А этот говорит тракториста, мне. Я говорю, сначала созвонимся с начальством. Созвонились, они говорят, да, мы доверяем, ему деньги отдавайте. Вопрос снятый. Сейчас вот они работали, здорово, 2 часа. Какая. 2 часа, 3 тысячи. Я приготовил отдать. Да что вы, что вы. Ну я-то подарил им не на 3 тысячи. Да. Я сразу подарил только им на 8 тысяч. Подарил. Но так как мне помогали люди, я не считаю, что что-то оторвал. Я дал божественное. Совершенно другое отношение, как было первый день. А не полные 2 недели. Но у нас никто по ногами не путался, ничего не выпрашивал. Наоборот, отказывались. Я Татьяне зашел, там что-то убрали. Ну, понравится, не понравится, теперь там руками можно разгрести. Ты видишь, какие у нас в России деревья, все убраны. А остатки-то тут можно вырубить теперь. Я говорю, так здесь можно бахчи сделать. Сделай. Разговора, чтобы не было. Посмотрим, на что способны. Ой, как здорово. Бахчи нам что-то дашь. Тебе нужна земля, вон там, это чернозем сплошной. Ниоткуда не вози. Это готовый слой. Он стоял мне 2 раза, сказал, говорит, какой плодородной земли, говорит, мы сколько туда. Я говорю, так ее брать оттуда можно. А если ее туда не убрать, у нас вообще ни одного квадрата, я говорю, нету. Нам выбирать-то не приходится. Ага. Поэтому... Это здорово. Угу. Это Бог. Господь, мы молились, и долго-долго не было у нас. 13:20, уходим на обед. 13:20, сегодня 17. Никита мне помогает. Никита! Я чеснок обедать. Сейчас садить буду. Чеснок, так, сейчас. Он мне помог там грядочку сделать. Не надо, мы уходим. Ну, с Богом. Все, да? Хочешь, с Богом.